Единственный за Уралом ультрасовременный томограф будет доступен жителям края. Аппарат привезли и установили в диагностическом центре региона. Теперь процедура магнитно-резонансной томографии будет доступна даже для людей с избыточным весом. До этого такой техникой не мог похвастаться не только наш край, но и соседние регионы. Этот аппарат шире, выше и быстрее. Оборудование привезли из Голландии. Для этого потребовалось 3 грузовика. Рабочим пришлось разобрать стену здания и специально укрепить пол. Но иначе томограф просто бы не поместился в кабинет. По соседству еще одна новинка – рентгеновский компьютерный томограф. Общая стоимость обоих – 130 миллионов рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Это, конечно, позволит и быстрее двигаться очереди. У нас со всего края сюда приезжают в диагностический центр пациенты. Конечно, быстрее двигаться и очереди, и самое главное – получать очень достоверные, высоко достоверные диагностические заключения. Оба аппарата разместили на первом этаже для большей доступности, в том числе для пациентов с ограниченными возможностями. Самое главное, уверяют медики, теперь эта современная техника поможет им проводить исследования сердца, молочной железы и выявлять злокачественные опухоли. На будущий год мы, конечно, хотим еще лабораторию. У нас лаборатория, она очень, мы ей гордимся, это фабрика анализов, да, то есть все возможные анализы они здесь делают. Наша мощность составляет 4,5 миллиона анализов в год, и, конечно, мы хотим ее еще больше усовершенствовать. Пока же аппараты работают в тестовом режиме, а уже с завтрашнего дня двери отделения лучевой диагностики будут открыты для всех желающих.